мы покидаем Куско и отправляемся в городок Агуаскальентес, более известный под другим названием Мачу-Пикчу. Нам предстоит долгая, но очень увлекательная поездка. Первая остановка на пути – городок Ольятайтамбо, расположенный в 60 километрах от Куско. Город довольно интересный, но изучать его у нас нет времени. Из Ольятайтамбо в Мачу-Пикчу входит поезд, и многие туристы именно отсюда начинают свое путешествие в священный город инков. Дорога из Куско в Мачу-Пикчу – одна из самых живописных дорог, по которым я когда-либо ездил. Виды вокруг просто бомбические. Удивило качество дороги. Идеальный асфальт с яркой разметкой. В общем, ехать по этой трассе – одно удовольствие. Есть на смотровой площадке еще одной полюбоваться пейзажами. Тут действительно просто какие-то феерические картины открываются. Такие ущелья, горная река. Не знаю, Урубамба это или какая-то другая, но скорее всего Урубамба, мне кажется. А может один из ее притоков какой-то. И вот такие вот горы, вздувающиеся вверх. Еще прохладно, хорошо. Небо голубое, облачка. Просто нереальная картина. Мы сейчас ехали по дороге. Хотелось останавливаться буквально через каждые 10 метров. Очень живописная дорога ведет Мачу-Пикчу. Но, судя по карте, впереди еще не менее интересный серпантин. Так что я просто еду и наслаждаюсь. Я на Усидовой. Есть вот такой вот небольшой, я не знаю, как назвать правильно, ферма или что это такое. В общем, здесь разводят рыбу. И мы здесь решили пообедать свежевыловленной рыбой. Самое время как раз перекусить. Короче, предложили самим поймать рыбу. Ну давай, Маша. Три попытки. Давай методом тролления. Аттракцион. Короче, кто поймает, тот и ест. Тут же зрители стоят, смотрят, угорают. Может, удочку дадут? Ну, то вот здесь вот что-то рыбы. Но здесь ловить нельзя. Только вот в первом аквариуме. Это, видимо, для разведения. Давай, Вова! Прошло полчаса, рыбы так и нет. Не получается. Поймать рыбу пытался даже наш водитель Рубен, но тоже безуспешно. Так она тогда не 12. А вот Маше со второй попытки это все-таки удалось. Отлично! Есть! Кватро мас! Давай еще 4, Маша! Без роста я бы не поймала!
Я была так слегка на помощи. Все, понесли на кухню. Где надо? Здесь мы сейчас будем обедать. Турча. 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 Грасиас. Вау. Турча. Садись, как ты, да? Мы сейчас заедем. Красный казай. Потому что у меня. Вау. Вау. Рыба оказалась сказочно вкусной. Подкрепившись, мы двинулись дальше. Впереди нас ждал самый интересный, самый живописный и самый опасный участок пути. Я очень жалел, что не проехал по знаменитой дороге смерти в Боливии. Трасса в Куско Мачу-Пикчу немного компенсировала это упущение. Дорога тут не для трусов. С одной стороны вертикальная скала, с которой периодически сходят оползни. С другой – вертикальный обрыв и глубокое ущелье. Адреналина, периодически накрывавший нас дождь и мокрая трасса. Сантаресой асфальт закончился, и началась грунтовая дорога вдоль глубокого каньона. Дорога очень узкая, встречные машины разъезжались с трудом. При этом никаких ограждений, отбойников, блоков и прочих мер безопасности тут нет. Временами было не по себе. Благополучно добрались до места назначения. Почти 9 часов на автобусе. Вот мы на станции гидроэлектрика. Отсюда мы пойдем пешком уже в городок Агуаскальентес. Ну и самое главное, вон за моей спиной та самая гора, где расположен Мачу-Пикчу. Слышите, как шумит река Урубамба? Там такой поток, что... Сперва необходимо пройти регистрацию. Мачу-Пикчу, 12 километров, вот сюда. Сейчас нам предстоит пройти километров 10 пешком до городка Агуаскальентес. Пошел дождь, мне очень приятно. В ожидании пассажиров с поезда куча машин, такси, а вот, собственно, и поезд, который курсирует между Агуаскальентес и станцией Санта-Тереза.
так выглядит станция. Да, какая-то вообще сюрреалистическая картина, честно говоря. Итак, начинаем наш поход к Мачу-Пикчу. Вон там железнодорожная станция, туда идет поезд, а нам вот сюда, по указателю, и дальше по тропе вверх. Самое веселое начинается, потому что высокогорье подниматься наверх очень тяжко. Почти вертикально приходится вверх карабкаться. Еще один железнодорожный пути. Не могу понять, это какие-то гостиницы стоят, что ли, здесь же. И как выяснилось, тут трое путей, или как правильно сказать. Первая, где мы стартовали, потом вторая линия, и вот третья. И получается, ходит несколько поездов, видимо, разные поезда, потому что существует несколько классов поездов, курсирующих на Мачу-Пикчу. Есть прям элитные, дорогие поезда. Я почему-то думал, что они все ходят по одним путям, но, видимо, по разным. И вот сейчас там вдоль этих путей топать 10 километров. Ну, если не подниматься постоянно вверх, то нормально. В принципе, единственный момент, что скоро начнет темнеть. Ну, тут довольно нахоженная тропа. Так что идти, в принципе, удобно. Вон они, пики Мачу-Пикчу. А слева слышите, как шумит река Урубамба. Честно говоря, никогда не видел таких бурных потоков. Это настолько стремительная река, что, не знаю, упасть туда случайно, шанса выжить не будет абсолютно. Вот такие тоннели проделаны для поездов. Честно говоря, не представляю, как их строили. Ну и растительность здесь просто настолько плотная, густая, что свернуть куда-то в лес просто невозможно. Сразу же от пути вертикально вверх встают скалы. А здесь тоже довольно густой лес. Вот она, река Урубамба. Настолько бурная. Поток. Вау. Порог. Почему там более-менее спокойное течение, а вот здесь начинается прям бурное. Честно, стала интересная история строительства этой железной дороги. Обязательно доберусь до интернета, почитаю, потому что, глядя, какой здесь рельеф, сложно представить, какой ценой, какими усилиями удалось строительство этой железной дороги. Потому что вот приходилось даже вырубать вот такие вот проезды, взрывать скалы. Ну, в общем, впечатляет, конечно. Удивительно, на пути попадаются еще какие-то признаки жизни. Какой-то вот не то кафе, не то ресторан. Но надо сказать, что вот такой пешеходный маршрут, как у вас Каленто, он достаточно популярен, и здесь много людей. Единственное, что сейчас мы шли, в основном на встречу, шли люди, которые возвращаются. Вот, и мы тут единственные, по-моему, кто идет туда. Такой мост тут. Непривычно видеть настолько спокойный
реку Урубамба. И вон какая вода, какого цвета, мутная, грязная жижа. А это кемпинг. Такой вот эко-вариант. Вон какая тут растительность. Какие-то кусты такие с огромными листьями. Джунгли настоящие. А это, видимо, папоротник. Перуанский папоротник. Время 17:25. Мы идем примерно 25 минут. А, скоро начнет уже смеркаться. Сегодня заход солнца на 18:20 вроде планируется. В общем, сейчас по пути придется, видимо, идти в темноте. Так что точно будет приключение. Прибавок ко всему, у меня здесь абсолютно не работает Maps.me приложение. Я не могу вычислить ни расстояние, ни время, ни пройденную дистанцию. Так что идем просто вслепую. Ну, с другой стороны, раньше так ходили, без всяких там приложений. Ну, пока просто в кайф прогулка. Вот так идешь, идешь, а тут бах, и машины стоят. Честно говоря, вообще вот не представляю, как они сюда проехали. Потому что дорог тут не вижу. И вообще, для чего они здесь? Расширять железнодорожные линии? В общем, чудеса какие-то. Хотя предполагаю, что их могли завести на поезде сюда. Если честно, думал, что путь будет пролегать вот каким-то горным хребтам, горным тропинкам. А на самом деле, тут уже полчаса просто идем по какой-то серии. Но сейчас уже повеселее стало, вдоль реки тут пролегает. Ну и горных вершин не видно, такие вот покрытые густым лесом хребты. Разве что вот сзади видно отроги Мачу-Пикчу. Ну все, кажется, выходим к цивилизации. Вот уже какой-то ресторан. А вот указатели. До Санта-Терезы 17 километров. Мачу-Пикчу 2 километра всего. Всего 2 километра. Агуаскальентес 4 километра. Нам надо в Агуаскальентес. То есть еще 4 километра осталось пройти. Ну и вот получается место, где все пути сходятся. Три линии. И уже потом объединяется в одну ветку. Хотя какая-то линия вон уходит налево куда-то. Не могу понять, куда. Может, что-то запасной путь какой-нибудь, не знаю, куда он идет. Уже смеркается. Агуаскальентес еще 4 километра, поэтому нужно немного прибавить шаг. Ой, ноги, если честно, уже подкашиваются. Удивляет еще очень сильно погода. Честно говоря, мы набрали с собой кучу теплых вещей, думаю, что будет прохладно в горах. Но на самом деле очень тепло и даже душно, я бы сказал. Здесь такой тропический лес, влажный тропический.
субтропический, не знаю. Короче, очень душно и жарко. Дошел до какой-то станции. Или что это, не знаю. Во всяком случае, горят фонари уже. Надеюсь, уже город близко. Виды здесь, конечно, бомбические. Так вот, туман, приклеившийся к горам. Практически вертикальные пики, уходящие вверх. Если честно, я до сих пор не осознаю, что я практически на пороге Мачу-Пикчу. Вот он, городок Агуаскальентес, с которым мы так долго шли. Очень забавный. Получается, вот она центральная улица, с двух сторон рельсы, по которым ходят поезда. А по другой стороне кафе, рестораны, вот магазин, маркет. Короче, забавный город. В общем, где-то здесь вот наша гостиница. Сейчас надо заселиться, переодеться, потому что после такой прогулки мокрые все. И чуть-чуть прогуляться по городу, посмотреть, что он собой представляет.